На дорогах Красноярского края установили 7 новых видеокамер, с помощью которых водители смогут оценить обстановку на трассе и принять решение, стоит ли им отправляться в путь. Видеокамеры поставили на аварийно опасных участках дорог: Красноярск-Енисейск, Ачинск-Ужур-Троицкое, Ачинск-Бирюлюсы, Красноярск-Элита, Красноярск-Железногорск и Красноярск-Солонцы. Трансляция организована на сайте Крудора. Данные с камер наблюдения обновляются каждые полчаса.